А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. Здравствуй, Воронеж! Вот и прошел очередной месяц, и это повод вспомнить о самых главных событиях, которые произошли. Итак, поехали!
Воронежская область оказалась в зоне наименьшего административного давления на бизнес. Соответствующий ежегодный индекс представил Институт уполномоченного по правам предпринимателей. Так, наш регион попал в топ-10 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес в 2023 году. Отмечается, что за этот период Воронежская область поднялась с 78-го аж сразу на 4-е место, улучшив показатель на 74 позиции. В целом, в России в 2022 году общий размер административных штрафов бизнеса, наоборот, вырос до 54 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Воронежское конструкторское бюро химавтоматики начало поиск подрядчика для строительства жилых домов на территории базы отдыха «Маяк». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет примерно 27 миллионов рублей. Принять участие в торгах можно до 7 июня. Победителя же объявят на следующий день, и подрядчику необходимо при этом выполнить работы до 20 мая 2024 года. С 1 июня начал свою работу новый автобусный маршрут С-70. От улицы Перхоровича до санатория имени Горького на маршруте будут курсировать 6 автобусов. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. В Воронеже в ближайшее время появятся две новые остановки. Так, автобусы будут останавливаться на улице 9 января напротив дома 304Б и возле дома номер 159 на проспекте Труда. Первая будет располагаться между остановками Общежития и Новый микрорайон. Произойдет уже совсем скоро, с началом нового месяца. На месте снесенного в Воронеже полтинника планируется построить ЖК с 30-этажным домом. Архитектурная комиссия повторно рассмотрела концепцию жилого комплекса с досуговым центром, который застройщик предлагает построить на месте снесенного ДК имени 50-летия Октября. Напомним, что в новостройке планируется разместить детские секции и кружки, а также музей космонавтики. Рядом оборудуют еще и сквер. В департаменте здравоохранения Воронежской области подвели итоги диспансеризации, проведенной за первые 4 месяца текущего года. Список наиболее часто встречаемых причин развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей нашего региона вошли такие, как нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность и повышенный уровень общего холестерина в крови. В облздраве отметили, что все эти факторы риска выявляются у большинства жителей региона традиционно. Важно помнить, что чем меньше выявить наличие проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Бесплатно пройти диспансеризацию можно в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Со списком этих организаций всегда можно ознакомиться на сайте облздрава. Тело пропавшей без вести 72-летней женщины нашли в юго-западном микрорайоне Воронежа. Об этом рассказали поисковики из Лиза Алерт. 1 июня пенсионерка вышла с работы, но до дома не дошла. Родственники обратились за помощью к волонтерам. Вечером того же дня тело женщины нашли недалеко от места работы. Возможно, причиной смерти стала проблема со здоровьем. С 10 июня на всей территории Воронежской области стартовал фестиваль уличного кино, который продлится до 13 августа. Этот проект создан для продвижения российского кинематографа. Площадками послужат кинотеатры под открытым небом, парки и помещения культурно-досуговых учреждений области. Для этого мероприятия будут задействованы более 70 площадок. Вообще планируют показы 4 программ различной тематики. Возрастное ограничение, естественно, зависит от категории фильма. А так организаторы сообщают, что оно варьируется от 0+ до 16+. Зрителям покажут лучшие кинофильмы от молодых российских авторов. Координатором фестиваля выступает Воронежский областной центр народного кино и творчества. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Кандидатом в губернаторы на выборах Воронежской области мог стать член ЧВК «Вагнер».
На пресс-конференции 5 июня глава отделения партии «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Кузнецов сообщил, что от партии на выборы может прийти гражданин из частной военной компании. Фамилию возможного кандидата на выборы губернатора из околовоенной структуры Кузнецов не назвал. Так что, скорее всего, это был просто слух, а после 24 июня еще и не смешной. И, собственно, какая разница, какие будут другие кандидаты, ведь губернатором все равно останется Гусев. Центр избирком утвердил электронный формат голосования на выборах губернатора Воронежской области. Всего дистанционное электронное голосование будут применять в 24 субъектах РФ. Единый день голосования – 10 сентября текущего года. Во время избирательной кампании на портале госуслуг появится специальный раздел. Как голосовать дистанционно или на участке, каждый может решить сам. Ранее такой формат выборов возмутил воронежских коммунистов. В КПРФ заявили, что регион не готов к онлайн-голосованию. Депутаты посчитали, что дистанционное электронное голосование противоречит принципам открытости и прозрачности и обратились с данным протестом в ЦИК. В Воронеже продолжается рассмотрение концепции создания регулярного общественного транспорта на воде. Планируется, что его запустят уже в июне в тестовом режиме. Об этом сообщил мэр областного центра Вадим Кстенин во время ежегодного отчета перед депутатами городского парламента 7 июня. Для начала попробуем организовать водные перевозки чартерными рейсами для того, чтобы посмотреть, насколько эта услуга будет востребована у горожан. О чем рассказал глава города. Продолжая тему общественного транспорта, Вадим Кстенин сообщил, что при поддержке областного правительства в 2022 году продолжилось обновление подвижного состава. Бесплатные веломойки появились в Воронеже. Помыть велосипед можно будет бесплатно в специальных оборудованных местах. Всего в Воронеже откроют два таких объекта. Первый на улице Острогожской возле дома 111, а второй на Московском проспекте возле дома 11А. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Воронежский концерн «Созвездие» выплатит неустойку в 14 миллионов рублей Министерству обороны РФ. Сумму постановил выплатить арбитражный суд Москвы. Концерн просрочил период доставки товара министерства, опоздав на 241 день. Сумма контракта составила более 500 000 000 рублей. Срок доставки обговаривался в условиях контракта, срок действия которого ограничивался 2 годами – с 2021 по 2023 год. Товар нужно было поставить до конца 2021 года. Ведомство требовало взыскать 42 миллиона рублей с концерна подконтрольного Ростеху, но из суммы исключили период, когда действовал мораторий на начисление неустойки. 9 июня в дом номер 21 на улице Белинского врезался беспилотник. В результате взрыва минимум 10 квартир получили повреждения. Была разрушена несущая стена на втором этаже. Упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Его начали глушить при помощи РЭП, и дрон повело, после чего он сбился с пути. В результате взрыва трое человек получили ранения осколками. Летальных жертв удалось избежать, несмотря на наличие у беспилотника металлических поражающих элементов.
Под Воронежем в рамках 12-го международного платоновского фестиваля искусств прошел концерт «Музыка мира в Белом колодце». Традиционное музыкальное шоу «Под открытым небом», состоявшееся в воскресенье 11 июня, собрало аудиторию примерно в 3500 человек. Воронеже определили места для пристани для речного транспорта, который по плану должен был начать ходить уже в июне. Пристани для водного транспорта планируют обустроить в 5 местах города. 4 из них оборудуют на левом берегу водохранилища, и только одна пристань появится на правом. В настоящее время только одна площадка подготовлена к началу подобной навигации у парка «Алые паруса». Ее и откроют первым. В дальнейшем причалы появятся у парка «Дельфин» и на Петровской набережной. Правда, здесь водный транспорт начнет работу не так скоро, ведь там еще идет реконструкция набережной. Также прорабатывается вопрос об организации площадок для речного транспорта и по другим направлениям – у дамбы Чернавского моста и в районе ЖК «Лазурный». Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. С нового учебного года во всех школах Воронежской области и других российских регионов ведут профориентационный урок «Моя Россия. Новые горизонты». Об этом в среду, 14 июня, сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов и руководитель проекта «Балет в будущее» Иван Гесин на Петербургском международном экономическом форуме. В Центральном парке Воронежа 2 и 3 сентября состоится ежегодный международный фестиваль цветов и садов «Воронеж. Город-сад». Несмотря на все передряги, первый состав электропоезда между Воронежем и Липецком отправился в путь 25 июня. Осенью на улицах Воронежа появятся такие троллейбусы.
Первые три машины уже прибыли в город. Они проходят техобслуживание и при необходимости небольшой косметический ремонт. Доукомплектовываются системы видеонаблюдения и терминалами оплаты. Водители на каждую машину уже определены. После оформления всех необходимых документов, включая страховку, они начнут выходить на линию города. Всего будет таких 15 машин 2013 года выпуска. Низкопольных и оборудованных пандусами и кондиционерами. Вместимостью более 100 человек. Они частично заменят умирающую технику на наиболее востребованных маршрутах, таких как 7 и 99. Часть улицы Лидии Рябцевой в Коминтерновском районе Воронежа закрыли 21 июня на капитальный ремонт одного из участков теплотрассы. Ремонт планируют завершить к 31 августа. В связи с этим даже изменился маршрут следования автобуса номер 55. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. 22 июня, в День памяти и скорби, в парке патриотов в Воронеже состоялось торжественное открытие мемориальной часовни, посвященной защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Индустриальный парк «Перспективы» продает свой бизнес-центр за 167 миллионов рублей на улице Чапаева, дом 52А. Объект площадью почти в 4000 квадратных метров, и в здании имеется всего 4 этажа. Ну и конечно же нельзя пройти мимо событий, развернувшихся в ночь с 23 июня и продолжавшихся весь день 24 июня. Уже прошло некоторое время, и можно поспокойнее, без эмоций, оценить произошедшие события. Итак, ночью ЧВК «Вагнер» во главе со своим руководителем устроили так называемый «Марш справедливости» или «Мятеж», смотря с какой стороны конфликта оценивать эти действия, и большая часть ЧВК вместе с Пригожиным отправились и заняли центр города Ростов-на-Дону. Другая же часть ЧВК отправилась по трассе М4 Дон через Воронежскую и Липецкие области в сторону Москвы. И если в Ростове все прошло без сопротивления и кровопролития, то в нашем регионе развернулись самые драматические и трагические события 24 июня. В районе 9 утра по всей области был введен режим КТО. Трассу М4 Дон тут же перекрыли на платном участке от самого Каширской до выезда севернее аэропорта. Все, что осталось от пропускного пункта, весьма красноречиво. Над городом и близлежащими деревнями начали активно кружить на малых высотах ударные вертолеты К-52 и Ми-35. Одно из таких баражирований привело к огню со стороны вагнеровцев в районе нефтебазы на левом берегу. Ракета не поразила вертолет, но рухнула на цистерны и резервуары с топливом, чем вызвало грандиозный пожар, который спасатели всеми силами тушили весь оставшийся день. Одолеть возгорание удалось только сильно за полночь уже 25 июня. Данный факт вкупе с перекрытием трассы вызвал в Воронеже некоторую панику.
Люди выстроились в километровые очереди на заправках, буквально заполняя бензином все имеющиеся у них емкости. А также выстроились очереди в банкоматы за снятием наличности. К счастью, большой паники избежать таки удалось. Во многом потому, что сам Воронеж вагнеровцы заходить не стали. После пожара на нефтебазе стремительно начали поступать тревожные новости, а вместе с ними и видеодоказательства боевых столкновений. Так, по дороге в сторону Тамбова был уничтожен грузовик. Сколько погибло в нем людей, неизвестно. Прямо на окружной дороге еще один. Плюс пикап с пулеметом. В районе Бобякова был сбит вертолет Ми-35. Минимум трое погибших. В районе Таловой был сбит вертолет К-52. Это минимум еще двое погибших. В районе Анны рядом с дорогой взрывается снаряд. Страдают уже гражданские автомобили. К счастью, без летальных жертв. В самом Воронеже во двор ЖК «Озерки» прилетает снаряд. Без жертв, лишь посечены осколками с десяток машин. В районе Рогачевки и Верхнего Мамона происходят перестрелки.
В 2 километрах от Богучара взрывом серьезно повреждается автомобильный мост. Информации о подобных эпизодах из других регионов, к большому счастью, не поступало. И лишь наконец вечером поступили обнадеживающие новости, что батька из Минска поспособствовал окончанию марша /мятежа, чтобы не усугублять ситуацию. После столь насыщенного события дня, еще несколько дней в регионе сохранялся режим КТО, а различные службы занялись устранением повреждений. Абсолютные итоги произошедших событий подводить, наверное, еще рано. И, скорее всего, их покажет себе самое обозримое будущее. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. И напоследок спортивные новости. За отчетный период Воронежский «Факел» провел 3 матча. Их результаты вы можете наблюдать на экране, а подробные обзоры матчей нашего огнеопасного коллектива можно посмотреть по ссылкам в описании. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. И на этом сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить больше новостей. А также поставьте лайк этому видео. Приятных вам выходных, воронежцы, и до встречи на следующей неделе.